Ребята, всем привет! Короче, я вам хотела показать, что у нас тут ребята делятся на две категории. Смотрите, что мы обычно делаем ночью. У нас есть категория спортсмены. Привет спортсменам. Привет, привет. Ну, есть я, как бы дрейфующая где-то между. Сейчас, ребят, подождите, я вам покажу. А есть другая категория. У нас такие... Сейчас я вам покажу. И другая наша категория, ребята. Обама, уруру. Уруру. Смотрите, какие у нас красавцы. Тоскуют. Без любви. Любви хочу. Вот так, ребят. Вот так у нас. А я как бы дрейфую где-то между здесь и около спорта. Я нет. Ну, да ладно, не похоже. Да где Влад? Дома. Влад дома. И сразу, ребят, всех, кстати, тоже поздравляю с Днем всех влюбленных. Ребят, еще такие самые классные вопросы про мой голос. Да, у меня всегда был низкий голос. Всегда. И я могу разговаривать очень низко и басом. Привет, Алиночка. Привет, Дима. У меня день рождения 16 мая. А кто котов должен дома кормить? Мне 25 лет. Спасибо, мне очень приятно. Я Владу подарила пряник, хорошее настроение, свою харизму, юмор. Влад, день рождения 28 сентября. Всех тоже поздравляю с праздником. О! Всем привет. Слушай, ну я как-то не шла как-то, знаешь, кардинально меняться. Единственное, что покрасилась, стало чуть потемнее. Спасибо, ребят. И... Восьмидесятые снова в деле, только я подругу закинул, подумай, что у меня зайчик упал. Сейчас уберу. У нас тут очень атмосферно, как вы видите. Лин, смотри, я не против. Да, у меня есть образование, закончила Московский институт инженеров транспорта по специальности экономика и управление. Меня покажи, что там девочки есть. А, кстати, ребят, у нас реально здесь хорошие отношения. Я его никогда не ругала, так что вы ничего не подумайте. Это мой защитник, если что. А какая тебе разница, ты брекет, ты себя брекет. Все, нормально. Ты, кстати, пост выложишь, смотрю, у тебя много подписчиков, чтобы дядю хоть видели. Не баба, а я тут хотел сказать, есть третья категория ребят у нас. Спортсмены есть. А есть это самый редкий экземпляр, ребят. Если вам покажу. Вы готовы? Да, аж руки затряслись. Между прочим, это наш ведущий Тамада. Так что свадьбы, корпоративы, детские утренники.
Вы знаете, к кому обратиться. Все, я поняла. Фу, выдохнул. Вот так у нас. Так. Смотрите, мне так приятно. А, стоп! Ребята, ребята, это... Стоп! Вы знаете, кто сейчас ко мне подкрался? Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Его главное не спугнуть. Ай, кто это? Здорово! Нет, у тебя веснушки! Это есть такая песня, что-то про веснушки. Это Эдуард Михайлович пришел! Выбью с твоей головы все твои веснушки. Нет такой песни, надо придумать новую. Что там? Подписчики, всем здорово! Это мой бро, как вы уже поняли. И мы искренне верим в то, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Подождите, некоторые знают или не знают, у меня есть брат, двойняшка, и в Инстаграме фотки моего брата. И когда мне его не хватает, рядом всегда есть Игорь, который меня поддержит. Я же пост писал, ты видела? Я тоже писала. Тоже писала? Серьезно? Да. Ничего себе. Давай, отвечайте. Так, всем привет еще раз. Ну чё, кстати. Если у нас режим, ну, в принципе, он типа есть. Ну, встаем мы всегда рано, в 10. То есть, стоп, мы встаем не рано, у нас есть определенное время, в котором мы встаем. Правильно? И хотим мы это или нет, но мы встаем. Блин, ну по мне здесь, вот по своему состоянию, лучше немножко не доспать и по возможности подремать днем, нежели выспаться. У меня всё такое состояние, знаешь, очень расслабленное, когда я высыпаюсь. Вот. Поэтому лучше здесь. Нет, перестаньте спрашивать такие вопросы, ревнует Влад или нет. У нас прекрасные с ним взаимоотношения. Как он может ревновать к земляку? У нас с Владом тоже, считаю, прекрасные. Вот это еще один подкрался. Вы знаете, что у нас есть свой Нострадамус? Знаете, уверенный в себе человек не будет ревновать по глупостям, я считаю. Безусловно. Да. Кто? Так подождите, стоп, кто красивый парень? Он красивый парень или тот красивый парень? Этот красивый парень только что пришел. Всем привет. Подожди, 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 давай. Давай так, вниз, вниз. Давай как это. Подожди, подожди, уходи вниз. Подожди, встань повыше, давай. Повыше. Давай, уходи вниз, смей, уходи вниз. Вниз, уходи. Да типа, мы тебя давим. Типа тебя продавлю. Чпонька. Привет, можно кому-нибудь из них? Это знаешь, ты говоришь, когда в магазин приходишь? В магазин приходишь, можно мне вот хоть что-нибудь слышь, взять? Игорь, подержи, пожалуйста, сейчас я. Ребят, сейчас я приду. Ого, тут какая крупная аудитория у тебя, не то что... Такие веснушки, всем привет. Спасибо за приятные слова. Слушайте, мне вот кажется, честно, вот я до проекта и, в принципе, по жизни никогда никого грязью не обливал, потому что я счастливый человек, и кого-то обзывать, покрывать грязью вообще не имею даже никакого желания. Вот. Давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим. Добряки здесь собрались или все-таки злодеи? Так. Чернос, Йоси. Слушайте, по-моему, да, честно говоря, редко сейчас с ними видимся в последнее время, но я так понял, что ребята вместе, все хорошо. По крайней мере, наконец-то Йоси не присутствует в нашей мужской спальне. Привет, привет, всем привет. Это вы, Ксюша. Слушай, это вы, Ксюша. О, Ксюша. У меня, кстати, ты знал, что у меня летом из-за солнца всегда конопушки влазят? Слышишь, какая Ксюша? Ксения Викторовна. Что вы думаете, что я типа дрался? Вот ты? Твое истинное лицо. Да ладно. Вот оно. Не, кстати, я говорил, что она на Скруджи похожа, типа сестра Скруджи. Так, 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 так. А, Влад написал. Знаешь, как Влад меня назвал? Я вижу, вижу. Влад, Влад, так, все. Влад, я... это... Да, она под наблюдением, вот, никто это на нее не даже... Не, кстати, Дима сегодня на тебя так, знаешь, смотрел. Мне вообще, не, честно говоря, бесит, что он смотрит на... Дима меня защищает. Ладно. Там это... Влад, ты, говорю, меня там назвал этим... Вспомни сейчас. Игорь, тебе счастья что желают. Значит, счастья? Спасибо и вам того. Конечно. Мне, чего желаете мне. Спасибо. Так, тихо, смотри. Руслан готовится. А говорила. К чему он готовится, мы а, вам не расскажем. А, он готовится точно, я знаю, к чему. Скоро вы приезд... все увидите, да, скоро вы все увидите. Короче, масштабное событие, я не побоюсь такого слова, на Дом 2. Ты слышишь? Влад, спасибо. Влад? Очень приятно. Так я говорю, извините. Да, стоп, ребята, если всем интересно, да. Влад смотрит за моим прямым эфиром и, конечно же, беспокоится, с кем я общаюсь, но все под контролем. Не, да, Ксюху в обиду точно не дадим.
Если Влада здесь нету, это не значит, что он не может наблюдать потом. Поэтому все под чутким надзором. Вот. Игорь, нет, тебя точно никто не проклянет. Когда не... Я такая же... Слушай, я в жизни такая же красивая? Или это все фильтр просто? Нет, ты всегда красивая. Я со всеми общаюсь, ребят. Я вообще такой человек, как бы я не... не ну, я не знаю, ну... Я, конечно, могу заступиться за своих, есть честно, у меня я такое. Тогда вообще был в шоке. Я, получается, занимался в зале утром, а Ксюха к нам присоединилась, и что-то мы с Димой начали общаться, но он, как всегда, на своем этом блатном жаргоне, и я просто понимаю, что Ксюха начинает его прям засаживать вообще конкретно. Ну, стоп, у меня, честно, ребят, то есть это, ну, как бы, я потом извинилась перед Димой, потому что все равно некрасиво, то, что девчонка голос повышает, да и вообще девчонкам лезть в мужские разговоры не дело. Я про то, что ты сказал, что это в девушках очень сильно ценится, ну, порой где-то, знаешь, самое главное, чтобы где-то в клубе, когда вы будете либо там в заведении с Ладом отдыхать, чтобы ты его не подвела этим самым. Ну нет, ты что, не-не-не. Вот. Но я скажу, что вот она красивая, мило все общается, но в нужный какой-то момент она может, короче, еще и дюлей вставить. Ну вот. Спасибо, ребята, мне так приятно, что вам нравится меня слушать. О, кстати, знаешь, чему я очень сильно рад? Что ты побываешь в Новосибирске у нас. Почему веснушки только на тебе? Вот, побываешь в Новосибирске, посмотришь действительно на столицу Сибири. Так, стоп, видишь, там девочка, Ксюша, одержи мне своего друга. Не, девчонки, ну я не могу его сейчас одержать, я, конечно, могу его закрыть в комнате и подержать пару дней. Знаете, есть тут одна очень хорошая девочка, которая бы, я очень сильно хотел, чтобы она меня уже взяла это, покрепче и не сомневалась. Но нужно время для того, чтобы так все получилось. Это Игорь Григорьев. Всем привет. Вау. Пальцы с мальчиками. Да я вообще, сибиряки все чуткие. А я, кстати говоря, стоп, ребята, а вы знаете, из какого я города? Кстати, да, вопрос на засыпочку. Кстати, знаешь, ко мне сейчас мысль посетила? Мы с тобой же там бро-бро, там все дела, короче. Давай сделаем с тобой что-нибудь, какую-нибудь совместку, какие-нибудь, ну, приколюхи, например. Можно на Ютубе. Помнишь, как Даня делал это тупой еще тупее, что-нибудь такое? Ну, мы можем же это такое снимать. Мы же все тут такие. Мы можем маски тоже с тобой такие интересные. Я сегодня в капе заходил с Мариной. Ребят, тут немножко душно. Когда появился парень, поплыла просто. Не, а есть какие-нибудь смешные штуки? Да. Да, кофта, ковер. Слушай, подожди, ну у меня тут, по-моему, по фильтрам, ну вот этим... Классика. Это когда я с Владом. Кстати, мне, знаешь, что мне сказала Ирка? Она сказала, что типа, вот, ребята, вопрос к вам. Здесь такая большая аудитория. Как думаете, мне бы пошли пепельные волосы? Кстати, мне кажется, пошли пепельные волосы. Честно, я хочу попробовать. Потому что мне седина идет. Вот, я думаю, что волосы пепельные сделать будет вообще бруталити. Нас не слышно. А, кстати, там то, что музыка стала играть, он что-то затупило. Мне кажется, потому что у тебя беззвучный режим. А сейчас слышно 3-2 раз. А сейчас слышно у нас? Боже, что мы это, Игорь? Какой-то... Да, у тебя написано 0.40, которая прошла не бровей. 0.40 сейчас идти? Ну, я не знаю, там мы сначала. Ага. Наверное, ты после нее... Хорошо, а это надо в салон подойти? Я даже не знаю, что 17 или в салоне... Все, не хорошо, не сейчас скажу. Угу. Ребятки, к сожалению, мне надо бежать. И все, я сейчас без фильтров, я выгляжу так, вот, страшненько. Так, все, ребят, мне надо бежать. Игорь, ты кто по гороскопу? Он лев. Все, ребятки, я побежала, меня ждут дела, я постараюсь завтра с вами выходить на эфир. Девчонки, всем спасибо, кто пишет
и хорошие, и плохие слова. Я вам всем благодарна, и вы все красотки. А мне не оставили? Все. Ну ладно. Сейчас.